Уголовный маскарад. В Запорожье задержаны серийные грабители, на счету которых больше двух десятков преступных эпизодов. По словам правоохранителей, действовали молодчики по одной схеме, а их нападения отличались особой дерзостью. Подробности далее. Ограбления происходили как в кино. Двое парней, чьи лица скрывали маски, угрожали пистолетом своим жертвам и забирали мобильные телефоны. В милицейском главке сообщают, за последнее время такие преступления стали регистрироваться одно за другим. Группа действовала в разных районах Запорожья, совершая по несколько налетов за один день. Были задержаны двое молодых людей 17-18 лет, которые совершали разбойное нападение под угрозой пистолетов и в масках. На сегодняшний день насчитывается более 20 эпизодов совершенных ими преступлений. Задержать серийников, говорят, милиции удалось после очередного сообщения о грабеже, который произошел в Ленинском районе города. Когда наряды отрабатывали территорию, снова поступил сигнал о похожем случае. Взяв на борт патрульные машины потерпевшего, правоохранители продолжили поиск. Им повезло. Ограбленный указал на двоих парней. Подозреваемых задержали. Как было, рассказывай. Подошел, ну... Парень был с девушкой, да? Да. Ну, кто подошел, кто показал пистолет? Я подошел и показывал пистолет. Правоохранители уверены, на счету задержанных гораздо больше ограблений, нежели доказанных на сегодняшний день. Досудебное следствие продолжается. Парням грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.